Бугуруслане в праймерис приняли участие три кандидата, среди которых с подавляющим отрывом 86% набранных голосов вперед вышел депутат городского совета, член политсовета местного отделения «Единой России» Владимир Бер. Кстати, его кандидатуру поддержали также принимавшие участие в голосовании губернатор Юрий Берг и секретарь регионального отделения партии, заместитель председателя законодательного собрания области Игорь Сухарев. Он проработал не один год заместителем главы города. Он проработал огромное количество времени в предприятиях, которые связаны с коммунальной сферой города. А именно в этих вопросах сегодня и возникли самые большие проблемы в городе. Конечно же, есть проблемы и в социальной сфере. Сегодня есть проблемы в реализации тех проектов, которые начаты федеральным центром. Это и модернизация образования, и модернизация здравоохранения. И все, конечно же, это тяжким бременем ляжет на плечи нашего кандидата. Я уверен в его победе, даже не сомневаюсь. И сегодня на процедуре праймериз присутствовал губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг, член президиума политического совета партии. Он также поддержал кандидатуру Бера. И очень отрадно, что выборщики услышали его. Вот. Я думаю, что и законодательной, и исполнительной властью кандидат, а в дальнейшем новый мэр, будет работать рука об руку. И это позволит решить те проблемы, которые сегодня действительно стоят перед городом Бугуруслана. То, что я здесь, это говорит в первую очередь о том, что мне не безразлична судьба города Бугуруслана. Кто будет во главе, я очень хочу, чтобы мы с вами сделали правильный выбор. Все кандидаты, и хорошо, что у Единой России такой кадровый потенциал и столько достойных кандидатов. Я постараюсь на самом деле оправдать доверие и буду работать настолько, насколько у меня хватит моих сил, моего умения. И обязательно постараюсь не забронзоветь и все время это дело делать совместно с людьми, прозрачно, чтобы советоваться. Я думаю, так будет лучше. Одновременно с Бугурусланом предварительное внутрипартийное голосование прошло в Адамовском районе. Здесь за право участвовать в муниципальных выборах боролись исполняющие обязанности главы района Вячеслав Новиков и единорос Владимир Славкин из поселка Шильда. На предварительном голосовании присутствовал председатель законодательного собрания области, член президиума регионального политсовета партии Сергей Грачев. Адамовский район стоит перед очень ответственным выбором. Всегда специально, если посмотреть статистику и советских времен, и российских, Адамовский район стоит особняком. И не потому, что он где-то здесь на краю земли, а потому, что вы на самом деле, значит, всегда отличались тем, что были руководители были самостоятельные, самостоятельно решали, и самое главное, работали не для себя, а работали для района. И это сразу, люди это сразу чувствуют и знают, и замечают. В результате предварительного внутрипартийного голосования большинством голосов участники поддержали Вячеслава Новикова. Он набрал 67 голосов из 72. Самое главное – сохранение экономического потенциала нашего района аграрный. И основное направление, что мы должны поддерживать и сохранять на сегодняшний день для того, чтобы жить в нашем Адамовском районе, это наше сельское хозяйство, наши сельхозтоваропроизводители. При поддержке партии «Единая Россия», а я являюсь единороссом, так скажем, первой волны, в этом направлении мы работали, работаем и работать будем.